Full HD – название, впервые введенное компанией Sony в 2007 году для ряда своих продуктов. Изображение в стандартной четкости SD состоит из 720 на 576 отдельных точек. Для формата высокой четкости HD 720 количество точек возрастает уже до 1280 на 720, что в два раза больше, чем в SD. Для HD 1080 это количество достигает уже 2 мегапикселей, что уже в пятеро больше стандартной четкости. Получается, что картинку HD 1080 может обеспечить 2-мегапиксельная видеокамера. Этим фактом пользуются многие производители техники. Думаю, не стоит объяснять, что 2 мегапикселя – это мало для красивой и по-настоящему четкой картинки. Есть различия и в самом семействе HD. Например, 1080p означает прогрессивную развертку, а 1080i – черезстрочную или интерлейс. В прогрессивной развертке кадр выводится на экран сразу, а не последовательно нечетными и четными строками. Это наследие аналогового телевидения. Прогрессивная развертка лишена таких недостатков, как наличие эффекта гребенки, расчески на границах быстро движущихся объектов, а также дрожание картинки при наличии в кадре тонких горизонтальных линий. Если брать во внимание только разрешение, то видео высокой четкости HD – это два основных формата – 1280 на 720 и 1920 на 1080. Соотношение сторон в обоих случаях равно 16 к 9. В отличие от соотношения 4 к 3, принятого в видео стандартной четкости SD. На схеме видно, как соотносятся площади экранов при одинаковом угловом размере отдельных пикселей. Именно площади экранов, а не разрешений. Дело в том, что пиксели в SD не квадратные, как в HD, а слегка растянуты по ширине. Учитывая соотношение сторон 4 к 3 и количество строк расположения кадра 576, при квадратном пикселе строка должна была содержать 767 точек, а не 720. Черезстрочная развертка, которая обозначается индексом I, поддерживает такие частоты кадров, как 25, 29,97 и 30 кадров в секунду. Прогрессивная, кроме указанных, может поддерживать еще и удвоенные частоты кадров – 50, 59,94, 60, где поля по сути заменяются полными кадрами, ну и принятые в кино 24 кадра в секунду. Таким образом, обозначение HD 720 на 24p можно расшифровать как кадр разрешения 1280 на 720 пикселей с прогрессивной разверткой 24 кадра в секунду. А HD 1080 на 2997i – кадр 1920 на 1080 с черезстрочной разверткой 29,97 кадров в секунду. Поддержка всех форматов видео высокой четкости и есть Full HD – полная HD. Всех это значит вплоть до максимального формата 1920 на 1080. И если матрица, входящая в состав телевизора или панели, имеет разрешение 1200, 1336 или 1400 по ширине, то говорить о Full HD в таком случае не приходится. Да, такие матрицы позволяют отображать честное HD 720, но максимум, на что можно рассчитывать в таком случае, это HD Ready, готов к отображению HD. Отличие моделей без маркировки и с маркировками HD Ready и Full HD вкратце заключаются в следующем. Если телевизор без маркировки, то даже наличие матрицы от 1280 пикселей по ширине и выше не гарантирует, что на таком телевизоре можно будет смотреть телевидение высокой четкости. Скорее всего, такой телевизор предназначен для отображения SD-видео, как бы растягивая картинку стандартной четкости с увеличением стандартного разрешения SD до физического разрешения матрицы. Маркировка HD Ready означает, что на телевизоре можно просматривать видео как стандартной четкости, так и высокой. SD-видео будет растягиваться, сигнал HD 720 отображаться как есть или тоже растягиваться. Все зависит от физического разрешения матрицы 1280 на 720 или выше. А картинка HD 1080 будет сжиматься, уменьшая разрешение сигнала 1080 до физического разрешения матрицы. Маркировка Full HD говорит о том, что телевизор способен отображать любые сигналы, как SD, так и HD. HD 1080 отображаются как есть. Остальные форматы растягиваются на весь экран. Чем лучше?
Full HD – это в пятеро лучшая детализация, обеспечиваемая большим количеством точек, составляющих изображение. Кадр содержит больше информации, более подробно проработаны мелкие детали, которые не сливаются теперь в сплошной фон. Лучше прорабатывается и фактура материалов. Становятся различимы прожилки листвы, отдельные травинки, волоски меха, рисунки морозных узоров. Все это придает большую реалистичность итоговому изображению. Ну и напоследок по традиции, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, обязательно заходите на сайт и в группу ВКонтакте, там всегда есть что-то интересное.